Привет всем! Хотел показать, как рушится стена у здания МУП ЖЭК. Дырка большая. Вот куски стены. Некоторые камни, в принципе, наверное, долетели даже до дороги. Обтянуто сеточкой здесь все. Зелененькой там, там. Такая большая дыра. Там все в аварийном состоянии. Там. То есть, в принципе, вполне. Конечно, там плиты перекрытия я вижу, но тем не менее. Вот такой кусочек выпадет сюда. Отскочит на дорогу, попадет вам в машину. Да если даже один кирпич попадет в машину, мало не покажется. Так что будьте внимательны, проезжая мимо МУП ЖЭК по этому направлению. Улица Карбышева, если я не ошибаюсь, от Чермета. Там Чермет, Светмет, в сторону улицы 8 марта. Тут поставили даже какие-то ограждения, но все падает. Большая дыра. А здесь в 5 вечера собирается пробка на светофоре на этом, по 10 машин. В одном направлении. Они здесь стоят, ждут светофора вот этого. Так что, ребята, будьте аккуратнее. Может что-нибудь прилететь.